Что там? Уф, какая, уф, молодец. Только приехали из магазина. Вот это наша покупка. Это у нас светофор, корейский дворик и магнит. Что купили, сейчас покажу. Так, вот это закупка, это светофор. Сейчас покажу, что купили. Ну, туалетную бумагу. Такую вот берем постоянно. Тушенку. Тушенку тоже берем постоянно, когда она есть. Обзор этой тушенки есть на моем канале. Так, дальше. Чай. Вот этот очень вкусный чай. Он такой более-менее такой крепенький. Не просто чисто вода. А вкусы, нотки цветов. Вот такие очень вкусные. Ну вот салфетки всякие разные. А дальше вот такие вот тарелочки купили. Почему мы их взяли? Их, во-первых, много здесь, а во-вторых, вот желтое, видите, это вот. Вот у меня его как раз нет. Потом, ну и вот такие вот с крышечками. У меня были давно, но они уже как приготовлены на будущую дачу. Вот, но это новенькие. Красно-желто-зеленый. Так, а вот это, видите, это такие две скатерти, как будто вот вязаные они. Это мы купили чисто птичкам. Вот хочу у них на столе, чтобы они мне стол не повредили там, не это. Вот. Вот такая будет там скатерть. Как раз под синий фон серо-синих обоев комната. Так, что за все? Вот так вот ценник. Можете поставить на паузу, посмотреть. Говядина у нас 96, набор для кухни. 4 предмета. Это тарелочка 156, туалетная бумага 106. А вот эти по 43, это чашечки, которые с крышкой, влажные. 55, скатерть 125 и чай 79. Вот, вот эти скатерти 125 рублей. Такие очень хорошенькие. Так. И всего у нас 1300. Грубо говоря, мы сегодня потратили 5000 на все. Так, это светофор. Дальше покажу магнит. Так, вот это у нас закупка. Мы еще заехали в овощи, фрукты. Я хотела купить щавель, но его там не было, или щавель. Так, картофель на 200 рублей, мята. И три мандаринчика он нам подарил. Так, вот это магнит. По 38 рублей были шоколадки. Две для по акции. По 50 рублей вот такой ролл пшеничный. Сыр вот такой вкус. Вот такой вкус. Дальше, ну это одного ронда уже нет. Три ронда взяла. По 60 рублей молоко белорусское. Кстати, кто собирается покупать молоко марки Магнит, не покупайте никогда. Мы раньше покупали, оно прям вкусно-вкусно было. Последнее время прям две пачки отправили в раковину, потому что просто вода и чуть-чуть запах сухого молока. А на вкус вода-вода. У меня после коронавируса, так я вообще прям все четко чувствую, что-то, что там где намешано. Так. Вот сахар. Сахар, цена такая же стоит. Вот, ну все. Что у нас получилось? На 936 рублей. Вот, пожалуйста, ценники. Так, и сейчас самое интересное, что мы купили в корейском дворике. Так, а это наша покупка из корейского дворика. Вот, мороженое. Мороженое у нас вышло на 317 рублей. Дальше вот такие рубленые. А мы любим с сыром, но их не было, но все равно такие тоже очень вкусненькие. Вот, вот такой вот четверть пирога у нас с фаршем и пол пирога курица грибы. Вот такой вот тархунчик. Так, ну корешка. Корешка обязательно. Новая Ладога. Производство надо попробовать. Онежская, значит, наша. Так, и зубаточка. Смотрите, какой кусок. 700 рублей. Огромный большой кусок. Очень-очень вкусно. Мы такую брали, это вышло на килограмм. Все.
Всем спасибо, что были с нами. Нас сейчас отключают свет, так что всем пока-пока, пока не отключили. Все, спасибо всем. Спасибо. Ты заходи, если что.